18 тысяч кубометров ламинированной фанеры в год будут производить в Северном Казахстане. В областном центре запустили новый деревообрабатывающий комбинат. В его строительство турецкий инвестор вложил внушительную сумму – более 2 миллиардов тенге. Рабочие места получили 150 человек. Открытие нового предприятия позволит на 30% закрыть потребность в фанере по стране. На производстве побывал глава региона Кумар Аксакалов. Еще 2 года назад на этом месте было заброшенное здание. Теперь здесь фанерный комбинат, аналога которому нет в Казахстане. В 2019-м пустующую территорию выкупили турецкие инвесторы. Здание привели в порядок, заменили старые коммуникации на новые и приобрели новейшую технику. Стоимость проекта оценивается в сумму более 2 миллиардов тенге. Осуществить его удалось во многом благодаря поддержке нацкомпании «Казахинвест». Наша компания «Казахинвест» создана для привлечения и сопровождения всех иностранных проектов в Республике Казахстан. Наша компания помогла заключить инвестору инвестиционный контракт с Министерством иностранных дел, который позволил инвестору воспользоваться мерами государственной поддержки, а именно освобождение таможенных пошлин на ввоз иностранного оборудования. Фанерный комбинат планирует выпускать до 18 тысяч кубометров готовой продукции в год. В перспективе этот показатель увеличит до 27 тысяч. Для выполнения такой нелегкой, но вполне реальной цели потребуется 30 тысяч кубометров березы в год. Директор комбината Агусхан Челик уверяет, североказахстанские леса при производстве ламинированной фанеры не пострадают. Более того, ни один грамм оставшегося дерева не уйдет на свалку. Отходы отправят на производство электроэнергии. Северно-казахстанские области, государство дает квоту. Нарубка лес 800 тысяч кубов в год. Мы из них это используем 30 тысяч кубов. Тем более мы ничего не рубим. Мы у лесопользователей покупаем лес и сделаем фанеру. Рабочие вакансии на предприятии получили 150 человек. Продукцию комбинат планирует поставлять в Турцию, Узбекистан и в европейские страны. Наравне с привлечением отечественных инвесторов мы работаем над привлечением иностранных инвесторов. Для привлечения иностранных инвесторов все условия соблюдены, все условия созданы, соответствующий бизнес-климат. Этому доказательство то, что по итогам 2020 года мы видим рост внешних инвестиций на 36%, если сравнить с 2019 годом. Вообще, в целом, мы завершаем 2020 год 270 миллиардов тенге. Инвестиции из них и с ростом 15% в целом по области. Сейчас большую часть ламинированной фанеры в нашу область завозят из-за границы. Это около 90 тысяч тонн кубометров продукции. Запуск нового комбината позволит закрыть потребность в этом стройматериале по всему Казахстану до 30%. Абай Альжанов, Бердимурат Баймухан, Михаил Казначеев, новости МТРК.